Нелегальные мигранты во французском Кале предпринимают все новые попытки прорваться в Великобританию. На штурм Евротоннеля под Ла-Маншем пошли свыше 1500 приезжих из Африки и Ближнего Востока. Почти половину из них смогли остановить только в грузовом терминале. Остальные же забрасывали спецназ камнями на подступах к нему. Одного полицейского пришлось госпитализировать. В регион направлены дополнительные подразделения силовиков, возводятся новые заграждения. А по ту сторону пролива тем временем ужесточает миграционное законодательство. Так британцам теперь грозит до 5 лет тюрьмы за предоставление жилплощади нелегалам.